вкусный и красивый десерт без выпечки. Берем 300 граммов шоколадного печенья, измельчаем, добавляем 2 столовые ложки какао и 160 миллилитров молока. Смешиваем и под пленку убираем на 15 минут в холодильник. Делаем крем. 300 граммов творожного сыра, 3 столовые ложки сахарной пудры, пакетик ванилина и все хорошо перемешать. Расстилаем пленку, достаем наше тесто, раскатываем тоненько, убираем пленочку, смазываем начинкой. От края отступаем 1 сантиметр. Скатать все это в рулет, убирая пленочкой, помогая ей. Заворачиваем, убираем в холодильник примерно на 1 час. Можно есть сразу. Нарезаем. Посмотрите, какая это красота и вкуснота.